Сегодня все человечество борется с опасным вирусом. Мы, как работники молодежной политики, уже забыли, как это проводить и организовывать массовые мероприятия. Из-за масок не видно улыбок и радости наших жителей. Лично мне трудно каждый день слышать о том, что наши родные и близкие уходят. Это неправильно. Наши лучшие ученые, российские ученые, разработали эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Это вакцина. Мы с вами просто обязаны проявить гражданскую позицию и поддержать наших медиков и общество в борьбе с пандемией. Вакцина защищает тебя и твоих родных.